А теперь приятная новость для маленьких карагандинцев. В городе начались гастроли большого московского цирка. На этот раз программа уникальная, говорят артисты. На манеже выступают клоуны, акробаты и гимнасты. На премьере побывали и наши журналисты. Сегодня на манеже города Горняков аншлаг. Еще бы, ведь в Караганду приехали медведи-вольтижеры. Бурыми животными программа стала красочной, говорят местные жители. Представление от большого московского цирка детишки шахтерской столицы ждали с нетерпением. Малыши довольные, а это главное для артистов. Я сегодня в цирке, мне тут очень нравится. Тут сейчас будут медведи, были акробаты. Тут столько много ярких огней, что даже не посчитать. Мы давно не были в цирке, решили попасть в цирк. Это как возвращение в детство. Я привела сюда своих внуков и сама попала в детство. Очень здорово, очень красиво, яркие огни. Я рада, что мы здесь и что цирк такой прекрасный к нам приехал в Караганду. Мне самое больше понравилось это медведи. И когда там девочки рассказывали, там, ну, медвежонок понравился. И когда медведи там на велике катались. Всем творческим процессом на манеже руководит Виктор Шиншура. Заслуженный артист России говорит, что взрослые дети любят представления с бурыми медведями. Ведь изюминка спектакля – большие животные, которые то и дело крутятся, вертятся и прыгают на манеже. Отлично. Отлично. Я доволен всем. Я доволен. Я в Казахстане первый раз, я только в армии служил под Семипалатинском. Это было лет 180 назад. А первый раз я работаю как артист не только в Караганде, но и вообще в Казахстане. Вот. Меня все устраивает, я доволен. Всех приглашаю, карагандинских детишек, всех взрослых, бабушек, дедушек. И вообще, кто может, даже кто не может, к сожалению, передвигаться, все равно должны найти место, время и способ прийти и посмотреть. Программа хорошая, поверьте мне. Большой московский цирк будет радовать карагандинцев еще несколько недель. Насладиться представлениями детишки смогут до 2 декабря. Анвар Шаликенов, Бауржан Алипов, Первый Карагандинский.